Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта Александра Бассейна. Композиция называется «Что там за туманной пеленой?» Музыка исполнения Самвела Фомы, «Часы ваших шапей». Что там за туманной пеленой? Хочется мне мысленно представить солнышко над тихой рекой. Дети, их от них нельзя оставить. Молодые мамы подле них, стройте двора, дворцы и замки, детский хохот в воздухе затих, заиграл парнишка на тальянке. Про любовь, что на сердце легла, про глаза бездонные, как море, наконец девчонка подошла, зашептались люди, свадьба вскоре. Она смотрела на того, кто играл красиво на тальянке, становилась на душе легко всем. Речки на полянке шелестел весной столетний дуб, птицы на ветвях совсем притихли, паренек рукой пригладил чуб. К свадьбе молодых в селе привыкли, вынырнул корабль из глубины, рыбаки спустили воду сети, жизнь для счастья, а не для войны, чтоб люди могли рождаться дети, вынырнул карась из глубины, рыбаки спустили воду сети, жизнь для счастья, а не для войны, чтоб любви могли рождаться дети. Что там за туманной пеленой? Хочется мысленно представить солнышко на тихую реку. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фомович, музыкальная композиция «Экспромт». Что там за туманной пеленой? Стихи Александра Бассейна.